Здравствуйте, мои подписчики, гости моего канала. Сегодня будем искать чагу. Приехали в лес осенний и начинаем поиски. Расскажу, кстати, что же такое чага и как ее может быть найти и не спутать с другими грибами. Так, ну что, начнем. Вот, например, вот березка стоит. Березка. И на ней растет гриб. И много грибов. Против солнца, против света, может, не так хорошо видно. Это не чага. То есть это обыкновенный гриб трутовик. Мы его не трогаем, оставляем на березе. Вообще чага, она живет на, растет на живых деревьях. Вот они. Вот они, грибы. Эта березка уже загибает. И вот эти грибочки ее доедят. Нашли еще одну березку. Такая раскрашенная. Подходим. Смотрим. Вот, показывают. Показывают, друзья мои. Вот это. Вот это. Вот такое большое. Это не чага. Это обыкновенная капа, с которой можно сделать ножи или еще что-то. То есть рукоятки, вернее, ножей. То есть вот здесь под корой, здесь живая древесина. Поэтому не заблуждайтесь. Пойдем дальше искать. А вот тоже похоже на чагу. Но это очередная капа. Очередная капа. Берем прям нож. Вот. Видите, там живая древесина. То есть чагу с капой перепутать очень легко. Это еще вариант. Не чаги. Вариант. Вот тоже. Это просто... Просто интересно. Если это была чага, то она уже давно померла. Вот видите, вот наверху. Это тоже чага. Но она почему-то погибла. Скорее всего, потому что дерево уже вот-вот погибнет. И а чаги надо же на чем-то паразитировать. Поэтому она загибается вот на ней. Даже мох появился. Значит, это уже мертвая чага. Нам такая не нужна. Кстати, вот смотрите, береза тоже грязная, ствол. И вот там похожая на чагу. Но опять же, присмотритесь к формам. Это просто испорченный гриб-трутовик. Поэтому его тоже не берем. Да, действительно, это она. Это оно. Это оно. Где там? Как? А вот она. Вон она. Ну, такая немаленькая. Немаленькая. Развалила как кору. Ну что, будем добывать. Вот видите следы на березе? Это когда дожди идут, с чаги вот вымывает вот этот ее цвет. И здесь на березе. Ну все, запас. Запас чаги сделан. Вот она, видите? Ну вот.
Вот такая чага.